Итак, решил показать вам, пока вот все еще целы, мы вышли на лыжах кататься. Диак, Паша, я. Сейчас посмотрим, что из этого у нас получится. Да, Диак очень профессионально катается. Да, Диак, он вообще только-только с Сочи приехал, как бы говорит. Фрирайдер. Вот эти горки нам, говорит, сейчас вообще это самое, у него, видите, даже как и выгрызано. Это он тормозит этими выгрызами. Да, вы еще не видели прошлый год. На пяточку встает и тормозит. Вы еще не видели прошлый год 9 марта. Да. Все, говорят, уже надо снимать. Сплошной лед, лед везде. Ёлы-палы. Надо шипы на ботинки ставить. Фу, есть же где люди ходят нормально. Нет, мы подперлись. Ты готов на раскладку? Я уже устал. Человек закрываем YouTube. Он все помнит. Он все помнит, да? Ты знаешь, как надо плугом ехать? А ты с разбегу прыгни. О, правильно. Чтоб сразу вниз покатиться. А, поперек склона. А. Да, одевайся поперек склона. Вот. Криса, да я его научил, он помнит. Он тут читал. И встает поперек склона. А раньше он вставал и одевался вниз головой. Так, влево сюда. Ты готовью. О, Диак, останавливайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ёлы-палы, что сейчас с ним будет? Я его догнать не могу! Диак, ты живой? Конечно, ты видел? Ой, ты видел? Я его еле догнал! Я плачу! Даже лыжи отстегнули! Сработал! Красавчик, Диак! Да, чуть подъемник не остановили, говорят, неопознанное тело летит. Что, ребят, прикольно Диак у нас разложился-то. Сейчас у вас будет еще много таких кадров, как не надо кататься на лыжах. Поехали. Поехали, вон, плуг поехал уже. Ты куда поехал-то, Я лыжу не застегнул, Диак. Что, сразу на черный пойдем? Да. Конечно! Нет, Серёга, ты туда хочешь, что ли, Паш? Да ну, убьется она. Поехали по этому склону. Так-то, конечно, скукотища кататься. Нет, плугом он понял смысл. Плугом вот, понял? Плуг, раз, у него. Да. Ты едет с горы, чемпион мира по горнолыжному слалому. Скорость обалденная. И тут его обгоняют русские, а за ним его дети. Чемпион, соответственно, в шоке. Ну там внизу их догонал уже через полчаса русского этого. И говорит у него, спрашивает, а как вам вообще это удалось? Вам было не страшно? Тот говорит, мне нет. Детям немного, они же меня не пьют. Прошлые выходные они сломали. Вот я же им посмотрел с балкона, говорю, очередь, куда вы претесь? Нет, они идут кататься все равно. Тебе пришлось с ними тусоваться здесь. Ты туда не ходи, то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. О, очереди вообще нету. Сейчас плугом пойдем, да? На борде уже надо, ты уже на лыжах умеешь, мне кажется. Да, народу сегодня тьма. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Диак, ты че? А че шаг шпагат-то не исполнил? Так, ноги не гнутся, да, ребят. Вот ты сейчас стал. Юра, направо это вот туда. Я знаю, где право. Не туда едем, понял? Вот. Еще раз, мне лучше... Вот, видишь, куда он? Вы ему пальцем уже покажи. С очками сзади, с красной шапкой. Не-не, прямо. О, есть, есть. Молодец, давай, давай, давай.
Да, не на бугель. А может на бугель его подвинуть? Направо. На бугель народа много. Давай. А, ну да. Время, деньги, Юра. Погнали. Красавчик, дяд. Даже лыжи не отстегнулись. Почти не упал. Ты уже встаешь очень. Это было быстро. Давай. Очень быстро встаешь. Давай! Джеронимо! Не останавливайся! Давай! Давай, шпардяк! Ава, есть! Ты видел, что я могу? Вот это могут, а! Давай еще раз за три упадешь. Тут позволяет горка еще. И правее, Юрка, бери. Правее, правее. Вот туда же идем. Правее. Опа, давай сеточку в сеточку. Давай сама поймаем. Давай поймаем сама. Вот он сам идет. Красавчик! Я с бугом пошел. Давай сомика поймаем, сеточку-то. Не берите инструкторов, не надо. Вы упадете 53 раза и потом научитесь кататься. Вот дьяк экономит. Лугом пойду. Он говорит, что это гиблое дело бабки инструкторам отдавать. Ноги-то две. Опа, опа, красавчик! Я плугом шел. Я просто вижу, там не остановлюсь. У-ху. Юра, прости, это было неожиданно. Запутались ноги, тебе надо, чтобы лыжи пораньше отскакивали. Я чувствую, там не остановлюсь. Лошадки, погнали, опа! Иго-го! И плугом. И плужком, да, пошли. Ну как вам, ребят, как дьяк исполняет? Дьяк, согласитесь, молодец. Таких кадров редко увидишь. Сейчас еще он будет исполнять. Ради этого стоило поехать. Скажу. Видели, он показывает, вот как не надо кататься, абсолютно не надо. Как можно сэкономить деньги на инструкторе. А еще дьяк вот так кладет плитку. За 10 лет в доме еще ни одна плитка не отвалилась, которую баня, дьяк клал. Баня сгорела, плитка лежит. Да, плитка лежит. Так что так, ну плитку кладет он гораздо лучше, чем на лыжах катается. Это я вам 100% говорю. У нас вообще весело, ребят. У нас, да. У нас вообще не супер направо, весело. Направо, вау! Дьяк уже лежит. Вставай, тело. Я не знаю. Дяк, вставай, сейчас тебя лыжник раздавит. Ты смотри, как ты встаешь. Я не знаю, как это происходит. Как ты в прыжке, ты же как-то делаешь, встаешь. Давай, Юр, поехали, нам туда поедем. Туда. На бугель поедем. Сейчас, подожди, я палки пристегну, а ты их поднимешь. На бугеле ты, наверное, раз 6 будешь за один подъем подниматься. На бугеле. Ну вот эти вот палки. Поднимался ты? Да, я просто катал. Катал на них, весело было? Сейчас, прогрыз. Сейчас люди проедут. Ой-ой-ой, Паш, подожди. Ну я же говорю, опасно. Подожди, дьяк-то неуправляемый снаряд у нас сейчас запустится. Молодежь, вы давайте лучше едьте. А они тоже так же, как ты, ездят. Ну они, мне кажется, гораздо лучше. Давай, Джеронимо! Пошла торпеда! Плужком, плужком пошел! Оу! Вау-вау-вау-вау-вау! Ох, хорошо разложился! Есть! Вот это рекорд! Две лыжи отцепилось! Ой, блин! А как ты объехал сноубордиста, а? Чудом! Чудом объехал. Или они просто успели увернуть. Вот молодец ты, а ухо-то красное, ёлы-палы, ты что, ухом приложился, дядь? Я всем приложился. Что у меня было? Ребят, ну как вам? Даже Пашка у нас разложился.
от удивления. Все, да, отлично, поднялся. О, погнали, правее, правее, Юра! Паша, ты это видел? Он через уши махнулся. Як ты, як? Вертушка была классическая. Пойдет. Нет, так не пойдет. Это нормальное теперь состояние твоих ног будет. Я сейчас с луком пойду. Куда ты, придурок? Ты на дебил, палку мне наехал, зачем? Ты дебил, Джек. Ты зачем мне лыжу оторвал? Ты зачем мне на палку наехал, придурок? Так ты мне на лыжу наехал. Они же ко мне приделаны. Вали давай. Я их не могу. Вали давай. Девочка тоже отстегивается, да? Конечно. У меня тоже все... Сейчас еще раз упадет. Есть! Хрюкает довольный. А что ты сейчас сделал? Я не знаю, плугом пошел. Вертушку, это плуг, он перекрутил плуг чуть-чуть. Ты же видел, классически просто перекрутил. Это был тройной плуг. Тройной плуг. Да, ты же знаешь, что делать. Да, если завтра... Если завтра встанешь, да, то придешь, еще покатаешь. Если Москвину звонить не будем, значит, я не в трамбухте. Так, ждем. Ждем, присели. Оп, опа, подхватились, погнали. Да не надо не закрывать, так интереснее же. Не-не, закрываю. Да, у тебя это самое, ограничители сняты, да, новый. Это чтобы вдруг, ну, я мимо, не пошел. Ну, это чтобы, знаешь зачем это? Это чтобы носилки из них вязать хорошо. Чтобы за сетку цеплялся. Не-не-не. Это вообще их мыши погрызли, они на складе лежали 17 лет, елки-палки. Никому не говори. Сейчас направо, подожди. Давай, коршуны полетели. Да, направо, Юрий. Полетели, полетели, полетели коршуны. Давай, опа. Направо. Он направо и упал, молодец. Левая, причем вперед. Давай, сейчас тебя задавят, вставай быстрее. Ничего не будет. Быстрее, быстрее, вставай, бульдозер вон сзади едет. Люди тут наверняка умеют ездить только. Давай, Юрий, пошел. Я хоть бога не верю, мы погнали. Пошел! Есть! О! Рано ты, рано, что-то разложился. Ты плугом пошел? Я плугом, да. А я еще плугом пошел. Оп! Красавчик! Красавчик! О! Давай! Направо, направо, Юра! Уходи направо! Вот здесь остановочка! Красавец, молодец! Медленно сегодня катаемся, но весело зато. Еще пару спусков выдержит. Один точно выдержит. Мне надо просто маленько... Это шикарный склон. Ты здесь всего 4 раза падаешь и все. И мы уже внизу. Раз, два, три. Сейчас вот там разложишься и на спуске. Давай сомика поймаем. Сомика в сеточку. Давай поймаем сомика. Сомика ловим. Ловим сомика. Тебя же снимал. Во, в него целься, в него. Юр, чё? Давай, короче, все, плуг ты уже нормально выучил. Перейдем на другие упражнения. Давай прыжки. Прыжкам мне надо переходить. Перейдем. Куда? Я, наверное, на руки.
хорошо. А что, все что ли? Я не знаю, я бы еще разок съехал бы на это. А, ты бы еще съехал на это? Хочешь еще съехать? Давай. Нет, подожди. Паш, давай, 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 иди сюда. Иди сюда ближе. Да, сука! Ты это снял? У тебя лыжа отцепилась. Двери, ну. Нет, что-то лыжа вроде как на месте. Поедешь на одной вниз. Ерунда, Ром, осталось делать расслабься, дядь. Чем ты больше расслаблен, тем, тем легче тебе падать. Да. Это я понял. Конечно. Давай не напрягайся. Да, если у тебя в крови присутствует страх, ты все, значит, поломаешься. Это дело не ты должен ничего не бояться, отдастся потоку и все. А он ничего не боится, по-моему. Уходим направо, да? Тихо, палку не стекай сначала. А! Я чуть сам. Ну, Ёрка ушел направо, как обычно, молодец. Не налево же пошел. Да, да, да. Давай, погнали. Видишь, по мокрым местам можно понять, чем ты прикладываешься больше всего. У меня все уже болит. Так прекрати это мучение, Юр. Я вот. Нет, ты решил научиться без инструктора, да? Понятно. У тебя просто страховка хорошая, видимо. Инструктор – это даром потраченные деньги. Вот-вот, видишь? Эти деньги лучше пустить в нужное русло. Да, лучше лыжи купить новые, да? Ноги. Или ноги, титановые. Давай выберем сейчас самый безопасный момент. Сейчас, все стой. Так, господа, у нас неуправляемая торпеда идет, так что лучше подождите. Все стойте. Давай, давай, Юра, Джеронимо. Не, ребят, я просто не в курсе, сейчас что будет твориться. Давай, не ссать, не бояться, не сдаваться, пошел. Ну, горка, держись. Давай. Поехали. Это точно последний раз. Вы это видели? Ты пол склона задом проехал. Дяк. Потом мне покажут. Доживу до них. Сейчас туда и направо, там где склон пологий. Да? И плужком, плужком пошел. Да. Давай сомика поймаем, сомика ловим. Ловим сомика в сеточку, в сеточку, в сеточку пошел. Юрий, как вы себя чувствуете? Вставай, дяк. Вставай, тряпка. Чувствую плохо, но встаю. Молодец, мужик. Здоровый образ жизни, ребята. Это... Здоровый образ жизни. Да. И направо, да? И направо, плужком, да, пошел. Опа, это новый пируэт, это мы не изучали еще с тобой. Да ты прямо едь, Ю. Я прямо еду, да. Давай, 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 правее пошел. Красавчик. Пошел поперек, опять поворот, еще поворот, во! Поворачивай, поворачивай! О, это будет расклад серьезный! О! Юра, что вы хотите сказать об этом склоне? Как вам? Как снег сегодня? Юра! Сильно жесткий, пологий склон! Пологий склон слишком! Понятно, вы поэтому разгоняетесь путем падения, да? Вот, Юр, смотри, как надо, видишь? Да, влево, вправо пошел. А я, извините, куда ехал? Ты вправо ехал. Ну, тебе надо было резать сюда больше. Видишь, ты же сейчас мог себя контролировать. Влево, вправо, вот и сейчас так же.
Ты живой? Ой, бляха-муха! Как ты, как там? Я ноги целый, Юр. Не знаю пока. Да ладно. Ты видел, как он прошел? Хорошо, что рядом, Юр. А то бы лицо поцарапал. Юр, надо убегать, чтобы нас... Ой, Юра, еще хорошо, что вот та бочка подальше стояла. Как убегать? Я ноги закрыл. Вот это сомик был, ребята. Одна часть тела прошла выше, а одна ниже. Это вот сюда он зашел. Сетка лыжи поймала, видишь. Хорошо, что у тебя наконечников нету. Ой, блин. Я мересил. Слушай, а он вот туда перелетел, не касаясь. Он вот тут вышел. Ребятки, последний спуск. Последний или крайний? Крайний, мне слово не нравится. Лучше последний. А можно я... Не, вы будете потом ехать, заберете пол. И тебя тоже, да? Вот мы сейчас носилки свяжем с твоих лыж и я понесем. Я могу таки марну палку или... Нет, палку... Да ну, обо что ты тут мог приложиться? Перестань. Ну да. Еще чуть-чуть, и ты уже до подъемника так докатишься. Юр, вставай, Юр. Я встаю, да? Ну вот, Юрик опять лежит. Не успел еще вторую лыжу одеть, уже опять упал. Так, смотрим дальше. Осторожно, палку между мутями не ставь. Правило горнолыжника. Юра, вон гор. Здоровый образ жизни, это круто. Не, по любасу должен что-то исполнить. Юр, ну хорошо идешь сейчас, нормально. Ты с лугом, да, любишь? Да, бочком так разворачивай. Да, корпус вперед и все. А, Юра, Дяк, а ты по мясисти выходишь налево-то. Ну налево-то попривычнее будет. Да, ну поехали. Можно я сниму? Не-не-не, поехали. Подожди, не трогай. А, вот. Видишь, написано, упал, отползи. А ты лежишь, как сосиска. Смешно. То есть падает. Куда? Ты падает. Не, Юра, убьешься там. Я плугом иду. Иди просто плугом, правильно. Давай теперь классический заворот и задом. Классический. Расслабился, думал плугом. Плуг, иди от меня подальше. О, красавчик, опа. Опа, тебе только шампуры надевать, елки-палки, с палками. Давай! Ой, там люди, Дяк, там опять люди. Во-во-во-во-во, дави фотограф. Ребята, ну что, Дяк опять упал еще два раза. Не знаю, снялось, не снялось. Ну все, мы идем домой. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и пишите в комментариях по желанию Дяков. Сколько у него жизней? Пока!